Татьяна Догилева засудила свой жилищник за потоп. Мокрое дело выиграла в суде актриса Татьяна Догилева. Блондинка за углом отсудила крупную сумму у ГБУ «Жилищник», по чьей вине в квартире истицы в Трехпрудном переулке произошел потоп. Актриса отнеслась к бытовой неприятности философским, ерунда, о которой даже не стоит говорить. Иск от Догилевой поступил в Пресненский районный суд в конце августа прошлого года. Женщина пояснила, что является собственницей квартиры, где по вине коммунальщиков произошел потоп. Вопрос не удалось урегулировать в досудебном порядке, и жительница элитного района отправилась в суд. Ну и она выиграла суд. Вот такая история. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, что вы по этому поводу думаете.